Всем привет! Давай затюнингуем. Интересный такой пикапчик. Muscle car. Называется Drift. Йосемит. Как-то так. Цены, как обычно, под миллион. Стандартные. По скорости. Ниже 4 делений. Быстро он не поедет. Наверное, под соточку будет ехать. Ускорение. Почти полное. 5 делений. Тормозов, как обычно, нету. Управления от 4. У него уже без тюнинга. Вон двигатели вылазят. Целых 2. Давай броню поставим. Что тут еще? Тормоз. 21. Что у него прибавка? Ну, хоть что-то прибавит. Бампер есть. Передний, задний. Куча передних. Тут номер. На стандартном. На остальных, похоже, на некоторых нету номера. Спойлеры всякие. С карбоном. А где лопаты? Маленькая лопата. Тут фары, тут без фар. Тут так, тут так. Давай без номера. Задний. Всего один. Можно вообще без бампера. Тоже номера не будет. Двигатель, скидочки. Глушители. Практически незаметно там. На хром. Но он так и так нормальный. Можно даже и ничего тут не менять. Решетка радиатора есть. Здесь стандартно, наверное, в хром она идет. Тут под основной цвет, в дополнительный. Дехромированная. Основной цвет. Либо в дополнительный. Что-то тут дехромировано. 3000 стоит. А ну тут с фарами. Полностью. Тут красная будет. Тут так. Так что давай такой вариант. Капот. Это что такое? Совсем ржавый. Выглядит, как будто его тут какими-то газетами заклеили. Ржавый. Так, что там? Карбон идет. У, ни хрена. Какой тут воздухозаборник. Надо было вот такой вот ее сделать. Лучше воздух забирать будет. Дополнительный цвет. Давай дополнительный. Тут-то музыка. Ни хрен там смотреть. Фары. Фары те же самые. Неон. Раскраски все эти... Сбоку, спереди. Дальше. 11 вариантов. Ну, это классическое пламя. Желто-синее. Во. С надписями. Тут нету. Внизу только. Хозяин трассы, черная полоса. Как-то она тут перед переходит в полосу. А сзади нету. На крыше. И на капоте. Это под флаг. Патриот. Крысиная бега. Супер ржавый. Супер ржавщина, покрыта лаком.
все блестит. Под такой цвет на матовую делать краску. Бледное пламя. Тут пламя только ржавое. За 14. Тоже ничего, нормально. Тут тоже с флагом. А здесь камуфляж. И на капоте флаг. Здесь еще под зебру сделано. И все. В принципе, нормально. Все неплохо выглядят. Тут бы надписей побольше. А тут только внизу из них выглядят. Надо будет еще у нее посмотреть, как она цвет поменят. Выбор номера, которого нету. Основной хром бампер внизу остается. Капот остается, тут тоже остается в хром. Не полностью красит. Металлик. Черные полосы. Если черная, их становится не видно. Давай желтый. Посмотрим. Дополнительный. Низ красится. Капот. Можно какой-нибудь цвет забабахать. Либо тоже в желтый. Где белый? Белый. А, посмотри, как белый. Сойдет. Эмблема банды. На дверь. Ставится каркас безопасности. Можно воткнуть в салон. Потом еще усиление кузова. В салоне остается. Либо высокий каркас. Нормально. Сойдет. Крыша. Можно закрыть. Пускай он открытый будет. Под основной, под дополнительный. Или ржавый. Спойлер. Вообще убрать борт. Короткий спойлер. Это что, пипочка вот эта немного загнута? Какой спойлер? Давайте тут скамейки мне. О! Можно даже во как закрытый кузов сделать. Интересно. О! Скамейки появились. Сюда раз залазишь. Нормально. Под карбон. Потом тут маленький. Но они все, похоже, карбоновые. Потому что они, нету у них цвета выбрать. Вот это прикольно выглядит. Подвеска. Ух, как тут можно вообще будет пол скрести. Даже зазора там практически не видно. Давай такую полуспортивную.
Полоска на лобовое стекло. Ну ладно, нахрен не нужна. Трансмиссия. Скидочка. Сойдет. Платформа. А что там, пол? Пол тоже можно ржавый. Эту машину вообще можно полностью ржавой сделать. В основной. А так он черный. Белый. Резина. Хром. Как-то странно хром там выглядит. Как обычно в помещении хром черный смотрится. А это что? Доски. Точно. Деревянный, старый деревянный. Уже доски ржавые, так сказать. Резина приподнятый, тут чуть-чуть это приподнято. 12 вариантов. Старый пол. Ну и цены. 15, по 16, 17. Какие доски дорогие. Тут 6 дощечек, 17 тысяч. Турбо-тюнинг. Скидка 30 тысяч. Колеса. Ну и стандартная, нормальная. Оставлю их. Цвет не ставится на стандартно, шины, дизайн не ставится, уже есть. Можно пулестойкость воткнуть, дым. Стекла. Сзади все тут можно затонировать. 3500. И все. Поехали. Покатаемся. Жу-жу-жу. Ну капец, сейчас она точно машина будет тут километр дрифтовать. Ху-ху-ху. Давай посмотрим, сколько тут колес гребет. Только задней. Ну оно и понятно, ведь это же Muscle Car. Ой, как она стартует. Что тут по салону? Нормальный обзор, все видно. Интересно, а панель какая-то тут. Какая-то выглядит наполовину ретро, наполовину современно. Давай посмотрим более детально. Тут все в надписях. На капоте большие, маленькие надписи. Здесь выхлопные эти трубы. Прям под дверью. Здесь тоже надпись возле зеркала. Вместительный багажник. Сзади тоже все в надписях. Маленькое такое зеркало заднего вида. Еще бы меньше его поставили. Давай посмотрим, что тут откроется. У-у-у.
Какой тут двигатель прокачанный. Все гладкое, все покрашено, все блестит. Похоже, карбоновое сиденье. Такое ощущение, что они пластмассовые, твердые. Но такие типа гоночные. Сзади открылась. Только лишь эта крышка. Больше тут ничего не открылось. Двери да капот. Все по стандарту. А где педали? Три педали. Еле-еле тут видно. Сливаются. Воздухозаборник для красоты, похоже, сделанный. Тут дырки-то нету ни хрена. Под капотом. Че он там, воздух? Как он забирает? Непонятно. Для красоты сделанный. Трыщ! Чуть стекла не выпали. Спидометр якобы 160. Но это вряд ли. Даже со скалы, если его скинуть, этот автомобиль столько не полетит. Ах! На 180. Или на 360, да в легкую. Педаль в пол и все. Можно крутиться, сколько влезет. 400 миллионов, наверное, лошадиных сил. Давай посмотрим, сколько он тут сделает разгон. О, капец, капец. Машина тяжеловата по управлению. Чувствуется, что она весит прилично. Все прокачано, ускорение, но как-то еле-еле скорость набирает. Эта машина, похоже, не про скорость. Она заточена под дрифт. Поэтому и называется дрифт. Ох, как носит-то. Чуть-чуть газу даешь. И сразу же уносит на повороте. Скорость не видно из-за руля. Перекрывает там. Она и не должна ездить быстро. Там сколько? 4 делений вроде нету. Из 5 по максимальной скорости. Как бы едет плавно, а жопу не подкидывает. Из-за того, что скорость не быстрая, можно легко поворачивать и подруливать. По ощущению, наверное, сотку едет. Или 105 примерно. Не больше. Припарковали тут. Не там, где положено. Вот пятаки наворачивать. Самый раз.
супер-мега-дрифтовая тачка из маслкаров. Подвеска средняя, нормально, на бордюрах не подпрыгивает, сладко проезжает, на удивление. Вот как вошел. Супер профессионально. Колеса. Нормально широкие покрышки. Ну ладно, на этом и остановимся пока. Машина, на мой взгляд, как машина дрифтовая. Но 5 миллион стоит, можно будет подешевле. Зато всякие тут раскраски на нее можно налепить. Большой ассортимент тюнинга. Ну и оставляйте свои комментарии, как вам такая машина. Или это очередной развод на деньги. А на этом все. Всем пока. И до новых видео.